Дорогие друзья, мы с вами находимся на Янардаге. Что такое Янардаг? Янардаг в переводе с азербайджанского языка означает «горящая земля». Вы видите. Потрясающее зрелище. Уникальное зрелище. Никто никогда в жизни, может быть, такого и не видел, когда просто горит земля. Дело в том, что мы все понимаем, что земля гореть не может, ее свойства не способствуют горению. На самом деле это горит газ. Из тектонических трещин в земле выходит на поверхность газ, и он вспыхивает и горит. Сколько лет он горит, когда он был зажжен и кем он был зажжен, никто не знает. Но дело в том, что первые упоминания об этом явлении были еще при Скопанийского. Это византийский историк в своем повествовании о путешествии из Скифии в страну Мидию. Он писал об этих территориях, которые назывались Атши-Багаван, то есть страна огненных богов, и где вот упоминал о горящей земле. И поэтому путешествия, в том числе Марко Поло, Эвлия Челеби и другие путешественники сообщали именно о тех местах, где просто из земли выходит огонь. Путешественники по шелковому пути, которые шли, они знали все места, где есть вот огонь, и делали в этих местах свои привалы. Очень все супер было, все очень понравилось. Отличная организация, отличный город, отличная страна. Приедем еще, отправим много туристов. Все супер, замечательно, любим и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Спасибо. Ну как круто.